Пашни пастбища на участке протяженностью 40 километров. В Большеглушицком районе Самарской области идут под нож, а точнее под ковш экскаватора. Поводом для раскопок стал нефтяной трубопровод, который пролежал в земле многие годы, но никогда не использовался. Теперь предприниматели из Казани, которые купили трубы, решили их достать. Вот только делают это с многочисленными нарушениями норм и правил. Россельхознадзор бьет тревогу. Ценный плодородный чернозем, который формировался тысячи лет, производители работ мешают с минеральным слоем, что весьма негативно скажется на урожайности посевов на этих площадях. Люди простым росчерком экскаватора на площади нарушили плодородный слой, выверили минеральную породу нижнюю, там с 2 метров, там с 1,5 метров, насколько была труба уложена. Вот и все, плодородный слой, который формировался достаточно много времени, его опустили вниз. Были отобраны пробы, направлены в лабораторию, где проводится лабораторный анализ. Ранее та же компания раскопала траншею длиной 10 километров на территории Волжского района и продолжает работы. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный сельхозугодьям, составил порядка 1,5 миллиона рублей. Разрешения производителям работ получено не было. Мы возбудили ряд административных дел. Об административных правонарушениях таких случаев еще не было, по крайней мере, на нашей памяти, чтобы настолько, так скажем, не оглядываясь на закон, проводить работы, вот, связанные с нарушением плодородного слоя почвы. В отношении казанской компании уже возбуждено 12 административных дел и уголовное дело по факту самоуправства. Есть и обращение в судебные инстанции. Видимо, ценные агрокультуры на этих землях смогут класситься только по решению суда. Марина Кравцова, события.